сегодня будем готовить очень вкусные булочки. Для этого нам понадобится молоко, яйца, сливочное масло, дрожжи, соль, растительное масло, сахар и мука. Берем 2 яйца и отделяем один желток. Он нам понадобится чуть позже. Далее подогреваем молоко, оно должно быть слегка тепленьким, и всыпаем сахар. Также щепоточку соли. Все это хорошенько перемешиваем. Когда сахар полностью растворится, добавляем дрожжи. Затем понемногу добавляем муку. И чтобы тесто стало слегка густое, точнее, мы сейчас делаем опару и ждем, пока дрожжи начнут действовать. Пока пара поднимается, к яйцам добавляем растительное масло. И все это хорошенько вилкой взбиваем. Вот у нас наконец-то поднялась пара, теперь вливаем яйца. Перемешиваем и добавляем оставшуюся муку. Когда тесто собрали в один комок, оставляем его в теплом месте, чтобы оно поднялось. Пока тесто поднимается, будем делать штрудель. Для этого нам понадобится сливочное масло, мука и сахар. В миску отправляем сливочное масло, сахар, муку. И дальше руками все перетираем, чтобы получилась крошка. Если не будет получаться крошка, добавляйте еще сахара и муки. К этому времени у нас уже подошло тесто. К нему мы добавляем сливочное масло. И опять замешиваем. Когда во второй раз у нас поднялось тесто, теперь будем их уже формировать. Выкладываем небольшое количество теста на стол. Заранее ее пропыляем мукой. Заранее я его помыла, изюм, приготовила его. В принципе, можно делать и без него, но я люблю булочки с изюмом. Далее делим на равные части и формируем шарики. Ну, либо делайте булочки с разными узорами. Далее из одного кусочка теста я раскатала тоненькую лепешку, растопила сливочное масло и теперь обмазываю вот так вот полностью. Затем присыпаю сахаром, заворачиваю в трубочку. Все хорошенько везде защипываю, складываю пополам и разрезаю. Выворачиваем, получается вот такая вот сердечко, ушки по-другому. Такие вот московские плюшки получаются. Остальные булочки делаем точно так же. Когда все булочки слепили, оставляем их подниматься, затем обмазываем их уже желтком, который мы заранее отделили, добавляем туда молоко, взбиваем, обмазываем и посыпаем штрезелем либо сахаром. Выпекаем заранее в загретой духовке до 180 градусов на минут 35-40. Ну и на этом все, с вами была Сюня Настя, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и обязательно попробуйте их приготовить. Они получаются очень мягкие, вкусные и пышные. Ну а всем пока, пока-пока.